полиции центру. Там сейчас Виталий Возной, кандидат в консильеры по списку, по народному списку, именно народному, не партийному списку, дает объяснение, пишет объяснительную относительно того инцидента, который имел место в примарии, на заседании консилиума примарии. Там произошла небольшая потасовочка. Вот Виталий вышел. Мы сейчас попросим его, чтобы он нам в подробностях, в деталях рассказал все, что там произошло. Виталий? Мы в прямом эфире. Подойди, пожалуйста, на минуточку. Телезрители в интернете, пользователи интернета хотят знать из первых рук, что, как произошло. Так произошло, почему? Мы находились в здании примарии, в зале муниципального совета. Пытались рассказать о распилах, которые происходят после того, как... потому что на тот момент я уже получил пару ударов в корпус от муниципальных советников, после чего меня вывели физически из зала, хотя я просил этого не делать, потому что я ничего не нарушал, я имею право находиться в зале. Значит, после произошло задержание, причем это было очень в жесткой форме, меня взяли за запястье, взяли за локоть. Значит, сейчас дали направление на судмедэкспертизу обязательно, мы ее сделаем. После вывели из здания примарии порядка 3-4 полицейских. И после посадили просто в Воронов, где 20 минут продержали без объяснения, что происходит, без какого-либо, скажем так, разъяснения моих прав. Вот. И после того, как подошли уже люди, которым я позвонил, благо у меня была возможность. Значит, они начали спрашивать, что происходит. Полицейский связался со своим начальством, и меня вывезли. Причем вывезли не в полицейский участок, что было бы логично, а вывезли сразу в инспекторат полиции. Видимо, я представляю собой опасность как преступник в данном случае. Это предположение? Да. Ну, по крайней мере, так, наверное, воспринимали те люди, которые увидели все это. Значит, дальше я спросил полицейских, что происходит, на каком основании задержали, как фамилия задерживающего, они ничего не объяснили. Привезли сюда на Кильдина 6 и, в общем-то, в течение часа продержали без абсолютно каких-либо объяснений. Я спрашивал, за что задержан, кем задержан, как задержан. Протокол был составлен? Нет, протокола не было составлено. Полагаю, что это будет, возможно, сделано позже. Вот. Но сейчас на все мои требования составить протокол, обозначить человека, который задерживал, обозначить статью. Этого всего не было сделано. Я попросил вызвать скорую, чтобы она зафиксировала мое состояние. Вроде здесь все более или менее в порядке, кроме физических травм, ну, которые и так были заметны. Вот. И я составил одну жалобу на имя дежурного полицейского с, скажем так, с теми фактами, впечатлениями тех фактов. Ну, собственно говоря, вот это все. Сейчас я жду копию жалобы и поеду на судебную экспертизу.